Казахстан живет в глобальном мире, и поэтому ему, как и многим другим странам, предстоит пройти серьезное испытание пандемии. Преодолеть их могут меры, которые независимая республика принимала все эти годы, считает депутат Мажилиса. По словам Ахмета Мурадова, сегодняшнее выступление Нурсултана Назарбаева придаст народу еще больше уверенности. Казахстанцы ждали реакцию Ельбасы, хотели видеть его отношение к происходящим событиям. И сейчас, когда нам так необходима сплоченность и поддержка, Нурсултан Назарбаев сказал, что думает по поводу пандемии. Но при этом надо сохранить стабильность, единство, понимание, поддержку. Вот для меня очень важно то, что Рустам Абишевич сказал, прямую обращаясь к людям, у которых уже состоялись как личности, состоялись как бизнесмены, и 30-летним ровесником независимости. Ребят, вы встали на ноги, теперь вам страна помогла, теперь вы помогите, когда это требуется. И ровно тот момент, когда действительно все должны откликнуться.